Всем привет! Угадайте, куда мы едем? Мы едем покупать, точнее, меняться на вьетнамских свинок. Вот то, что везем мы. Это индюшата. Будем меняться на вьетнамских свинок. Заедем, посмотрим, какие они, какой вес. Вообще он сказал, что 2,5 месяца им. Но мы взяли с собой вот такие вот электронные весы. Взвесим, хотим посмотреть, сколько они весят у него. То есть я читала, что в 2,5 месяца где-то вьетнамские поросята должны быть больше 10 килограмм. Ну, то есть некоторые пишут, что мы 20, конечно, но явно не меньше 10, скажем так. Поэтому будем смотреть, сколько будет весить у него, и там уже будем на месте думать, меняться, не меняться и насколько вообще меняться. Вообще хотим 2 свинки и 2 кабанчика. Ну, у него все легчанные кабанчики, кастрированные. Приехали, сейчас будем смотреть свинок. Хрюшка. Ну, они так килограмм по 90 были. Вот. А траву маленькие едят? Едят, маленькие только траву. Но трава такой травы не дай, но все. Ну что, ловим, да? Все, поменялись. Все прошло хорошо. Единственное, что поросята, конечно, в среднем по 6 килограмм. Не знаю, как это много или мало, но я читала, надеялась, что будут хотя бы по 10. Ну, у него в среднем по 6, и он сказал, что это нормально. Но я посмотрела на взрослых, конечно, они тоже не очень большие. Я там пыталась снять на видео, но не очень видно. Вот, смотрите, кто у нас тут. Смотрите. Вот здесь двое сидят, и в мешках еще двое. Вот, сейчас повезем, выпустим их в новый домик и будем кормить. Уже все успокоились. Уже немножко. Вот мы их уже выпустили, мальчика и девочку. Сейчас будем еще и этих выпускать. Конечно, они такие трусишки, пока что, но потом вроде как привыкнут. Помогите выходить. Одного, пока мы его перевозили, стошнило. Ну, это, наверное, из-за того, что укачало, но нужно, если кто-то знает, может, что-то ему нужно дать, пропоить чем-то. Толстопузик! Эй, смотри, что делает, копает уже. Жарко просто. А там прохладнее, под земле. Ну вот такие вот. Смешные такие пузатики. Ну не сильно большие, где-то по 6 килограмм. Я думаю, это немного для вьетнамцев. 2 месяца. Ну он сказал 2,5, но может он, конечно, соврал. Немножко. Ну вот такие теперь у нас красавчики. Сейчас будем их кормить. А вот, кстати, в связи с тем, что у нас еще появились вьетнамские свинки. Да и вообще, мы же планируем все время расширяться. А пока сарай у нас не готов. Большой. Ну вот мы делаем опалубку. Под баню уже залили. Потом выложу видео. Мы сделали еще один сарайчик. Такой 3x3 тоже небольшой. И сюда мы посадили, вот немножко так отгородили на всю длину. Где-то 1,20 м, наверное. Вот. Отгородили и поселили наших малюсеньких вьетнамцев. Сюда, наверное, к ним подселим индюшат, а то там тесновато. Вот такие они у нас еще трусишки, да? Кто у нас трусишка? Ну-ка, пускай наши подписчики напишут, как вас назвать. 4 друга. Две девочки и 2 мальчика. Еще не придумали. Но еще и не было времени думать, пока все нужно по-быстренькому доделать. И то, и это, и пополоть, и построить, и убраться где-то. Вот такие вот красавчики, да?
Люси. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будет еще много интересного. Всего доброго!